Ну а в Ленске речной порт состав за составом идут суда. Еще 18 мая под загрузку встала первая, следом за ним в порт пришло еще 4, а уже через сутки на рейде стояли 13 судов с различным грузом. Навигация началась, ее торжественно открыли в Ленском речном порту. Все подробности у Олеси Васевой. Почти 6 тысяч тонн грузов за первые сутки, как в былые времена, говорят опытные портовики. Начало навигации – период важный и для них, и для судоводителей. Последние сразу после ледохода уходят в первое после долгой зимы плавание. Торопятся, несмотря на риски. Сильно такой опасности не было, как нынче. Нынче бы не так уж много льда было, как-то река прошла более-менее нормально. Ну, дошли нормально, приведи груз, выгрузились, сейчас пойдем обратно. Прийти первым в порт в начале новой навигации означает получить ключ и возможность внеочередной разгрузки в порту все лето. Ключ вручается капитану судна на торжественной церемонии. И несмотря на то, что первые составы с грузом начали подходить за сутки до официального открытия, от давней традиции проведения торжественного митинга решили не отказываться. Начало навигационного периода – долгожданное время не только для промышленных предприятий, но и для всего региона. Водная артерия – лучший из вариантов доставки грузов народного потребления. Последние годы навигационные периоды у нас все сложнее и сложнее. И этот год, наверное, тоже не станет для нас лучше. Стараемся перевести максимально значимое количество грузов. За первые сутки Ленский речной порт полностью переработал 4 единицы флота. На причалы выгрузили 5962 тонны различного груза в адрес Ленского отделения ОМТС и Верхнеленского речного пароходства. Надеемся на интенсивность, на планомерный подход судов. Понятно, начало навигации сейчас интенсивно, но сейчас вот эти суда разгрузим. Понятно, что вся эта, скажем так, группа уйдет, да? Ну, будем надеяться на интенсивный подход, то есть бесперебойную подачу флота. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».